Здравствуйте. Сегодня на лекции мы с вами потренируемся в построении диалога по заданной теме. Также мы с вами пройдем слова и словосочетания, которые используются в одной теме, и потренируемся в выборе правильного рисунка по диалогу. В чтении мы с вами потренируемся переводить и также будем с вами находить ключевые слова в тексте. И также будем дополнять тексты правильными выражениями. 보기. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. Переводится дословно как «вкусно поесть». «Вкусно вам поесть». Но в русском языке мы так не говорим. У нас принято говорить «приятного аппетита». Затем нам дается 4 выбора, из которых нужно найти правильный ответ. Номер 1. «좋겠습니다». «좋겠습니다» обычно не переводится как одно слово, оно просто выражает желание, определенное желание. Номер 2. «모르겠습니다» – «не знаю», либо можно перевести как «я не знаю». Номер 3. «잘 지냈습니다» – «у меня все было хорошо». Номер 4. «잘 먹겠습니다» – если мы переведем дословно, получается «хорошо поем», но на русский язык на самом деле переводится как «спасибо». Эта фраза обычно используется у корейцев, когда мы кушаем. Обычно кто-то говорит «масике тесео» – «вкусно вам поесть», что означает «приятного аппетита». И вместо того, чтобы сказать «камсамнида» – «спасибо», лучше ответить «чаль мокесымнида», что по-русски переводится как «спасибо на ответ приятного аппетита». Итак, мы с вами нашли правильный ответ «чонгдап» – это номер 4. Теперь давайте посмотрим на Теперь давайте немножко потренируемся в словосочетаниях. Итак, масике тесео означает приятного аппетита, правильно? Что мы отвечаем? Мы отвечаем чаль мокесымнида, что означает на русском спасибо. Если есть вопрос чаль тинешосео, как у вас дела? Все ли у вас хорошо? То мы отвечаем не чаль тинешосымнида, что означает «да, у меня все хорошо». «Чинеда» вообще-то обозначает, что проводить какое-то время, но переводим мы как «да, у меня все хорошо». «Канын кирэль асэё» – «вы знаете дорогу?» «Када» – это «идти», «киль» – «дорога», то есть по дороге, которой вы идете, вы ее знаете, но по-русски мы переводим просто как «вы знаете дорогу?» Можно сказать «нет, не знаю», «морэгэсэмнида». И помните, у нас в диалоге был ответ, где было написано «чокесымнида». Само слово отдельно «чокесымнида» не переводится. Оно обычно используется с грамматикой. «Сангсиыт имён чокесымнида», что означает «было бы хорошо, если бы». И ставится всегда в прошедшем времени. Например, «было бы хорошо, если бы пошел дождь». Дождь по-корейски будет «пи», «пига». «Пигава сымён чокесымнида». 5번. 처음 뵙겠습니다. Давайте вместе переведем диалог на русский язык. 처음 뵙겠습니다. Впервые встречаюсь. Но на самом деле переводится это не так. 처음 뵙겠습니다 переводится на русский язык как рад или рада познакомиться. Обычно что мы отвечаем на рад познакомиться или рада познакомиться? Отвечаем обычно я тоже или рад или я рада встрече. Теперь давайте посмотрим на 4 ответа. Из них нужно выбрать верный. Номер 1. Мианамнида. Извините. Номер 2. Камсаамнида. Спасибо. Номер 3. Аняникасипсео. До свидания. Номер 4. Маннасо пангапсымнида. Я рад или я рада встрече. Мы с вами нашли ответ. Чонгдап. Номер 4. Маннасо пангапсымнида. Рада встрече. Итак, давайте с вами запомним, если нам говорят «чоум пепкесымнида» – «я рада встрече», то по-корейски нужно ответить «маннасо пангапсымнида» – «я рада встрече». «Чоум пепкесымнида» также переводится как «я рад знакомству» или «я рада знакомству». 6번. 저 주말에 부산으로 여행 가요. Давайте переведем диалог на русский язык. 저 주말에 부산으로 여행 가요. 저 주말에 я на выходные 부산으로 в Пусан 여행 가요. Путешествовать. Я на выходные еду путешествовать в Пусан. Итак,
Что же может на это ответить собеседник? Номер один. 괜찮아요. Ничего страшного. Номер два. 죄송해요. Извините. Номер три. 잘 다녀오세요. Хорошей вам поездки. Номер четыре. 잘 부탁드려요. Прошу хорошо обращаться. Ну, мы можем так еще сказать, как прошу любить и жаловать. Итак, нам говорят, что поедут на выходные в Пусан. Что нужно ответить? Хорошей вам поездки. 정답. Номер три. 잘 다녀오세요. Хорошей вам поездки. Давайте немножко посмотрим на словосочетание. 조금 늦었어요. Я опоздала. Что нужно обычно на это ответить? Если вам собеседник говорит, я немного опоздал, что мы обычно отвечаем? Ничего страшного. Правильно. По-корейски это звучит как 괜찮아요. А если человек говорит, что он едет путешествовать, 저 여행 가요, то обычно в корейском вежливо будет ответить хорошего вам путешествия, 잘 다녀오세요. 오늘 신입사원 출근했어요. Допустим, к вам сегодня пришел новый работник в офис. Что вы обычно скажете? 잘 부탁드려요. Прошу любить и жаловать. Также немножко грамматики. So, 죄송해요. 죄송해요 – это извините. So, за что? За какую-то причину. То есть после за должна быть причина. Допустим, 늦어서 죄송해요. Я опоздал и за это прошу извинения. 15번. 무거우시죠? 제가 도와드릴까요? 감사합니다. 문 좀 열어주시겠어요? 무거우시죠? Тяжело? 제가 도와드릴까요? Давайте я помогу. 감사합니다. Спасибо. 문 좀 열어주시겠어요? Откройте, пожалуйста, дверь. Итак, нам даны 4 рисунка. Нужно определить, где же все-таки происходит этот диалог, на каком рисунке. Давайте посмотрим. Значит, сначала мужчина говорит «тяжело, давайте я помогу». Это означает, что второй собеседник держит что-то тяжелое. Что-то тяжелое мы можем видеть на рисунке 1, на рисунке 2 и на рисунке 3. Затем отвечают «камсамнида», «спасибо», «откройте, пожалуйста, дверь». Это означает, что на рисунке должна быть закрытая дверь. И причем она должна быть закрытая перед женщиной, которая держит что-то тяжелое. И это у нас рисунок 2. Чунгдап. Получается правильный ответ номер 2. 16번. 잠깐만요, 손님. 여기 전화기 놓고 가셨어요. 어머, 그래요? 잠깐만요, 손님. Подождите, пожалуйста. 손님 мы на русский язык не переводим, хотя в корейском языке вежливо обращаться к клиенту как клиент. 여기 전화기 놓고 가셨어요. Вы оставили здесь телефон. 어머, 그래요? Ой, точно. То есть получается у нас, давайте посмотрим на 4 картинки. Должно быть обязательно, что останавливает один из говорящих уходящего собеседника. И второе, на картинке должен быть телефон. Если внимательно посмотреть, то телефон есть на картинке 1, 2 и 4. Но останавливает уходящего собеседника именно на картинке 4. Чонгдап, значит правильный ответ номер 4. Давайте вместе переведем текст. 학교 앞에 возле школы 새 카페가 문을 열었습니다. Возле школы открылось новое кафе. И кафе는 в этом кафе и дальше идет киок. 손님이 마시고 싶은 차를 посетители либо посетители кафе тот чай, который хотят пить, 준비해서 마시고 они его пьют и готовят. 컵도 직접 씻습니다. И сами моют кружки. 차를 마신 후에, после того, как попьют чай, 차값은 стоимость чая, 돈을 넣는 곳에 내면 됩니다. Можно оплатить вместе для оплаты. 이 카페는 в этом кафе 편하게, удобно, 오래 앉아 있을 수 있고, можно удобно и долго сидеть и 값도 싸서, так как дешевые цены, 인기가 많습니다. Оно пользуется спросом. Итак, прежде чем перейти к заданию, давайте немножко посмотрим на грамматику, чтобы легче понять смысл. У нас есть 은, либо 니은, 후에. Переводится как
после того, как. Например, 먹은 후에 после того, как поел. Или 씻은 후에 после того, как помыл. Следующая грамматика, которую мы встретили в тексте, была 면 됩니다. Означает, что можно что-то сделать, но это можно, оно определяется как разрешение, что можно это сделать. Например, 하면 됩니다. Можно так сделать. 쓰면 됩니다. Можно так написать. Следующая грамматика, которая нам попалась в тексте, это было 리을 либо 을 суета. Суета означает, что можно что-то сделать, но не как разрешение, а как возможность. Возможно это сделать. Например, 할 수 있다. Ты можешь это сделать. Можно это сделать. 쓸 수 있다. Можно это написать в том смысле, что ты можешь это написать. Теперь давайте посмотрим на лексику. В тексте попалось такое словосочетание, как «се капе». «Се» означает «сероун» – «новое». «Капе» – «кафе». «Сероун капе» – «новое кафе» можно сказать как «се капе» – «новое кафе». Затем «царэль чумбихада». Мы обычно готовим чай, приготавливать чай. По-корейски звучит как «царэль чумбиада». «Капсель неда» – «кап» – это цена, «неда» – что-то давать. «Капсель неда» – словосочетание будет переводиться как «оплатить». Теперь давайте посмотрим на само задание. У нас было с вами предложение, где вместо буквы «киок» нужно поставить словосочетание. Причем это словосочетание должно подходить по смыслу. Давайте еще раз мы посмотрим на него. И «капенен» – «киок» в этом кафе, «иранен сарами обсымнида». Итак, теперь давайте ответим на задание к тексту. Первое задание – это нужно предложение дополнить одним из данных словосочетаний. Предложение у нас такое «и капенен» в этом кафе, и дальше идет «киок». То есть нужно туда подставить словосочетание, чтобы получилось полностью предложение. Даны четыре варианта. Номер один. «Сонними пёрлё обсымнида» – «мало посетителей». Номер два. «Чинджаран чигони сымнида» – «есть вежливый работник». Номер три. «Иранын сарами обсымнида» – «нет работников». И номер четыре. Чуини чарэль чикчоп мандымнида. Владелец кафе этого делает чай сам. Как вы помните, что в этом кафе все посетители делали чай сами. Сами мыли кружки и платили за него. Поэтому в этом кафе нету работников. И это есть наш правильный ответ. Чонгдап. Это номер три. И у нас получается с вами такое предложение. И капэнэн ильханэн сарами обсымнида. В этом кафе нет работников. Теперь давайте перейдем к следующему заданию. Нужно найти предложение, которое совпадает по смыслу с текстом. Чтобы это сделать, нам нужно обратить на ключевые слова в тексте. Ключевыми словами будут являться следующие слова. «Се капе» – «новое кафе». Затем «сонним» – то есть «посетители». «Чарэ чумбиэсо машигу» – «они сами готовят и пьют чай». «Копту» – Чикчопси сымнида, сами моют кружки. Пёнаге оре анджа, в этом кафе можно удобно и долго сидеть. Каптусагу, дешевые цены, инкигаман сымнида, и оно пользуется спросом. Теперь по ключевым словам, давайте мы их запомним, их было не так много, мы посмотрим, какой же правильный ответ. Итак, четыре варианта. Номер один. И капенен оре тё сымнида. Что означает «это старое кафе». Но вы помните наше ключевое слово «се капе» – «это новое кафе». То есть это неверный ответ. Номер два. «Капе ча капсын сади ансымнида». Цена на чай в кафе не дешевая. Но вы помните, у нас было ключевое слово «капту са». То есть цены там дешевые. Номер три. «Сонниме чарэль чумунагу кидаримнида». Посетители заказывают чай и ждут. Но, как вы помните, у нас было ключевые слова, что сонним чарэ чумбэсо башигу. Посетители готовят и пьют чай. Номер четыре. И капэнэн пёнанэсо сарамдэри чуамнида. Так как это кафе удобное, людям там нравится.
И наши ключевые слова были 편하게 오래 앉아, удобно долго сидеть, и 인기가 많습니다, пользуются спросом, что и соответствует нашему предложению. 정답. Итак, правильный ответ номер 4. И кафе는 편안해서 사람들이 좋아합니다. Давайте переведем текст на русский язык. 저와 제 여동생은, я и моя младшая сестра, 같은 날에 태어났습니다. Родились в один день. 우리는 얼굴이 아주 비슷합니다. Наши лица очень похожи. 머리 색과 цвет волос и 머리 모양도 прическа тоже 같습니다. Одинаковые. 또 점바지와 흰 티셔츠를 좋아하는 것도 똑같습니다. Переводим немножко наоборот. Также нам одинаково, 똑같습니다, нравится, 좋아하다, что? 점바지와 джинсы и еще что? 흰색 티셔츠 и белые футболки. Также нам одинаково нравятся джинсы и белые футболки. 그리고 이 둘 다 мы обе 작은 일에도 잘 웃습니다. Легко смеемся даже по маленькому или мелкому поводу. Но по-русски мы бы лучше бы сказали как по любому поводу. То есть мы обе легко смеемся даже по любому поводу. 그래서 поэтому 많은 사람들이 многие люди, дальше идет 기억, 동생으로 생각합니다. Думают, что моя младшая сестра. В нашем тексте было немножко грамматики. 로 생각하다 или 으로 생각하다. Переводится это как думать, что это, хотя на самом деле это не так. Допустим, в тексте было 동생으로 생각한다. Думают, что я младшая сестра. Или 사과로 생각하다. Думают, что это яблоко, хотя на самом деле это не яблоко. Еще одна грамматика, которая была в тексте, это было 봐서. 을, 를, 봐서. Переводится из-за того, что, на, и затем прибавляется существительное. Например, 비가 오는 것을 봐서, из-за того, что идет дождь, 날씨가 추워질 것 같아요, кажется, будет похолодание. Также можно сказать 을, 를, 보면, как, и переводится это как «когда видит». Существительное дальше прибавляется. Например, 비가 오는 것을 보면, когда вижу дождь, 따뜻한 차가 생각나요, думаю о горячем чае. Следующая грамматика, 거나, переводится на русский язык как или, прибавляется к глаголу. Например, 비가 오는 날에, в дождливый день, 차를 마시거나, я пью чай, или 책을 읽어요, читаю книгу. И еще одна грамматика сегодняшнего урока, 니까. 니까 это причина, переводится как так как, и она также прибавляется к глаголу. Например, 비가 오니까, так как идет дождь, 집에 있고 싶어요, хочется побыть дома. В этом задании нам нужно дополнить словосочетанием так, чтобы получилось грамотное по смыслу предложение. Итак, предложение у нас такое. 그래서 많은 사람들이 기억 동생으로 생각합니다. Поэтому многие люди 기억 младшей сестрой думают. И четыре варианта ответа. Номер один. 저를 봐서. Из-за того я. Номер два. 저를 보면. Когда меня увидят. Номер три. 저를 보거나. Смотрят на меня. Или. Номер три. 저를 보니까. Так как смотрят на меня. Как вы уже догадались, нам подходит в это предложение 저를 보면. Получается, 그래서 많은 사람들이 저를 보면 동생으로 생각합니다. Многие люди, когда смотрят на меня или когда меня увидят, думают, что я младшая сестра. 정답. Правильный ответ номер два. А в этом задании нам нужно с вами найти правильный ответ, который соответствует смыслу текста. Для этого нам нужно найти ключевые слова в тексте. Давайте вместе посмотрим на текст и найдем ключевые слова. Итак, в этом тексте ключевые слова будут 저와 제 여동생, я и моя младшая сестра, 같은 날 태어났습니다, родились в один день, 얼굴 비슷합니다, лица похожи, 머리색, 모양 같습니다, цвет волос, прическа одинаковые, 좀 바지, 흰색 티셔츠, 좋아하는.
нравятся джинсы и белые футболки. То есть нам нравятся джинсы и белые футболки. И затем 작은 일에 웃습니다. Легко смеемся по любому поводу. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Итак, первый. 좋아, 여동생은 잘 웃지 않습니다. Я и сестра, мы редко смеемся. Но, как вы помните, наши были ключевые слова 작은 일에 웃습니다. То есть мы смеемся даже по любому поводу. Это значит неправильный ответ. Номер 2. 좋아, 여동생은 머리 색깔이 다릅니다. У меня и у моей сестры волосы разного цвета. Но, как мы помним по ключевым словам, 머리 색깔이 같습니다. Цвет волос одинаковый. Значит, это неправильный ответ. Номер 3. 좋아, 여동생은 태어난 날이 같습니다. Я и моя младшая сестра родились в один день. Также у нас это и были наши ключевые слова. 좋아, 제 여동생 같은 날 태어났습니다. То есть это есть наш правильный ответ. 정답 номер 3. Но давайте переведем еще номер 4. Номер 4. 좋아, 여동생은 청바지를 잘 입지 않습니다. Но у нас были ключевые слова какие? 청바지, джинсы, 좋아하는 거, нравится, нам нравятся джинсы. То есть четвертый неправильный. Давайте переведем текст на русский язык. Итак, давайте вместе переведем на русский язык. 떡볶이는 종류가 많습니다. Существует много видов 떡볶이. 떡볶이 обычно мы не переводим на русский язык, потому что это название корейского блюда. Но чтобы вы понимали, это рисовые как бы клёцки овальной форме. Они могут быть либо в остром, либо не в остром соусе. Итак, 떡볶이 종류가 많습니다. Существует много видов 떡볶이. 보통 우리가 먹는 떡볶이는 맵지만, те тукпоки, которые мы обычно едим острые, но 전통 떡볶이는 традиционные тукпоки 맵지 않습니다, не острые. 고추장을 넣지 않고 간장으로 만들기 때문입니다. 때문입니다 переводится на русский язык, потому что и в корейском языке хоть и заканчивается предложение на 때문입니다, по-русски мы переводим как бы наоборот, начиная с него. Получается 만들기 때문입니다, потому что при приготовлении. И дальше у нас остается в предложении 고추장을 넣지 않고, не добавляется 고추장, это острая паста, 간장으로, а добавляется соевый соус. Получается, потому что при приготовлении не добавляется кочуджан, а добавляется соевый соус. Следующее предложение начинается с киок. А дальше идет 매운 것을 못 먹는 아이들이나 외국인도 먹을 수 있습니다. Дети или также иностранцы, которые не могут есть острую пищу, могут есть эти тукпоки. Мы добавляем тукпоки при переводе, чтобы было понятно, про что смысл. И следующее предложение. То сугогива йоро гаджи чесога тыро икки тэмуне. Тэмуне переводим как потому что, либо так как. И начинаю с этого слова. Получается, так как, и добавляем словом тукпоки, чтобы было понятно, про что идет речь. И получается, так как в тукпоки добавляется что? Сугогива йоро гаджи чесо. Добавляется говядина и разные овощи. Матту чокко. Тукпоки добавляем слово вкусные. Конгангиду чосимнида. И также полезные для здоровья. В этот раз нам с вами встретилась грамматика тиман. Тиман переводится как но. Допустим, пига о тиман. Идет дождь, но. Тады тамнида. Тепло. Тукпоки, как я только что объясняла, это корейское блюдо. Мы обычно не переводим, потому что это название блюд, но, чтобы вы понимали, это рисовые клёцки овальной форме в соусе. Кочуджан – это острая паста. Итак, давайте теперь попробуем ответить на задание. Нам нужно из 4 примеров добавить предложение так, чтобы предложение было правильное по смыслу. У нас было предложение таким. Начинается у нас киок, то есть нужно будет добавить правильное слово. И дальше было «Мэон госэль мот мокнэн аи дэрина вэгугиндо могуль су исэмнида». То есть иностранцы и дети, которые не могут есть острое, могут кушать. Но чтобы понять из четырех вариантов, а у нас 4 варианта, это номер 1 «крэсо», который переводится «поэтому», номер 2 «кэригу», который переводится «и», номер 3 «хадиман»,
но и номер 4 кронде тоже переводится как но. Чтобы понять, какой из этих четырех вставить, нам нужно посмотреть на предложение, которое было перед этим предложением. А оно было таким. 고추장을 넣지 않고 간장으로 만들기 때문입니다. То есть, так как оно делается, это блюдо, без острой пасты кочуджанг, а туда только кладется соевый соус. И дальше идет предложение, что те, кто не может есть острое, это дети иностранцы, могут кушать. То есть у нас нужно соединить, либо найти слово, которое соединяет эти два предложения. И из четырех к нам подходит поэтому. То есть это причина, так как там нету острого соуса, поэтому те люди, которые не могут есть острое, они могут кушать это блюдо. Получается, 정답 номер один. 그래서, поэтому. И у нас будет такое предложение. 그래서 매운 것을 못 먹는 아이들이나 외국인도 먹을 수 있습니다. Итак, чтобы правильно ответить на это задание, а именно найти правильный ответ из тех вариантов, которые нам даны, которые совпадают по смыслу с текстом, давайте сначала выделим ключевые слова. Ключевые слова будут такие. 떡볶이, то есть 떡볶이, 종류가 많다, много разновидностей. 보통 떡볶이 맵지만, обычно острые, 전통 떡볶이, традиционный 떡볶이, 맵지 않습니다, не острые. Почему они не острые? Потому что 고추장 안 넣고 간장으로 만들어. То есть получается, они без кочуджана, но с соевым соусом. И еще ключевые слова будут айдерина вэгугин. Дети или иностранцы могут суисымнида, могут кушать. Также ключевыми словами будет согоги, говядина, ёрогази чесо, овощи. И поэтому мат чокко, кунганге чосымнида. Теперь давайте попробуем перевести наши ответы. Итак, номер один. 떡볶이는 맛이 모두 같습니다. 떡볶이 на вкус все одинаковые. Но это неверно, потому что 떡볶이 종류 많습니다. То есть их много разных видов. Номер два. 전통 떡볶이에는 소고기를 넣습니다. В традиционной떡볶이 добавляется говядина. Это верный ответ, потому что у нас были ключевые слова 소고기, 여러 가지 채소. Давайте посмотрим на третий и четвертый. Третий вариант был такой. 전통 떡볶이는 맵지만 건강에 좋습니다. Традиционные 떡볶이 острые, но хорошие для здоровья. Но у нас были с вами ключевые слова 맵지 않다, то есть они не острые. Это неправильный ответ. И номер четыре. 전통 떡볶이는 외국인이 먹기 어렵습니다. Традиционные 떡볶이 очень сложно кушать для иностранца, что неправда, потому что у нас с вами были ключевые слова 외국인도 먹을 수 있습니다. Получается, что правильный ответ 정답 номер 2. 전통 떡볶이에는 소고기를 넣습니다. Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились строить диалоги по заданной теме, а также прошли выражения, которые используются вместе. Например, если собеседник скажет «масике тисео», мы уже знаем, что в этом случае нужно ответить «чальмуке сымнида». Также мы с вами научились правильно определять по рисункам тематику диалогов, определяя ключевые моменты диалога и их связь с рисунком. Сегодня на лекции чтения мы практиковались в переводе текстов, изучали грамматику, связующие слова в предложениях и лексику. Также мы научились находить ключевые слова, которые нам помогают при определении правильного ответа. Спасибо! Всего вам хорошего!